Чаще всего во сне мы видим горку, на которую можно забраться или с которой можно спуститься. Что это? Курган в поле или заледенелый спуск? Какие усилия мы прилагаем, чтобы взобраться наверх, и какие чувства испытываем, радостно скатываясь вниз? Все эти детали могут быть важны при анализе сна. Сонник Миллера. Густав Миллер считает любое возвышение ландшафта признаком препятствий и сложностей, которые возникают в жизни. Сон может оповещать как о грядущих событиях, так и быть реакцией на уже случившие трудности и препятствия, неожиданно увидеть горку, ждите таких же внезапных проблем и затруднений, подниматься на горку, преодолевать эти проблемы. При этом нужно опасаться завистников и интриганов, которые могут быть связаны с нарисовавшимися проблемами, спускаться, к вероятности видеть в каждом жизненном новшестве неприятные затруднения. Согласитесь, новое – это не всегда неудобное. Таким образом, главное при толковании по соннику Миллера – это направление движения. Сонник Ваги. Такой же точки зрения придерживается болгарская ясновидящая Ванга, она во многом солидарна с Миллером, подъем на гору, движение в гору, успех в делах и везение, спускаться, к неудачам, позору, интригам и незаслуженным обвинениям. В этом случае стоит опасаться кривотолков, исходящих от коллег, видеть, как кто-то катится с горы на санках или телеге, скоро сами отправитесь в дорогу, и ваше путешествие будет насыщенным и увлекательным, дерево на склоне имеет шанс преодолеть даже самые сложные препятствия. Кататься на велосипеде во сне говорит о том, что в скором времени к вам придет необычайный успех. Вы сможете преодолеть любые трудности, уготованные вам судьбой, главное проявите настойчивость и терпение. Поначалу может показаться, что жизнь вас испытывает, но это не так. Любые трудности вы решите с лихвой, беспокоиться ни о чем. Верьте себе и в свои силы. Сон кататься имеет неоднозначное значение. Чаще всего к спящему придут неожиданные приключения, или люди, которые могут втянуть в дурную историю. Сонник Фрейда. Известный психоаналитик придерживается немного других принципов, считая главным не только направление движения, но и прилагаемые усилия. По Фрейду горка – это реальное положение в жизни. Если снится, что вы стоите на ее вершине, то скоро окажетесь в положении, выход из которого потребует от вас изобретательности и ума. При этом стоит приложить усилия к преодолению проблем, быть мудрым и помнить о своей истинной цели. Кататься с горки, испытывать недовольство своим настоящим партнером. Не спешите его менять, возможно, недовольство вызвано вашими мимолетными капризами и амбициями, и отношения можно сохранить. В любом случае, жизненные трудности, которые предвещает сон о подъеме на гору, лучше преодолевать вместе.